все восстанут. И первое, с чего начнется судный день, это раздача свитков. И небо раскроется и станет вратами. Ангелы будут находиться по его краям. И свитки начнут снисходить. Вы посмотрите на небо, оно будет заполнено свитками. Вы когда-нибудь видели, как выбрасывают бумагу в разные стороны? Свитки. Вы будете стоять в ожидании. Дадут ли вам вашу книгу деяний в правую руку или в левую? И вот в то время, как вы будете глядеть в разные стороны, вы увидите человека, который получит свой отчет в правую руку. Он начнет бегать и кричать: «Вот, посмотрите мою книгу! Я верил в то, что мне предъявят счет! Вот, прочтите! Взгляните на нее, посмотрите, прочтите ее!» Он получил свою книгу в правую руку, он счастлив, он вне себя от радости. «Взгляните на мою книгу, в ней все благие дела!» А ты все стоишь в ожидании и видишь, как другой человек получил свою книгу деяний в левую руку. Он скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги. Не знать бы мне, каков мой счет. Лучше бы она была концом всего. Не помогло мне мое богатство. Лишился я своей власти». Он посмотрит и увидит в ней ложь, оставление молитвы, прелюбодеяние, воровство, предательство. «Лучше бы я не видел тебя и не знал бы о тебе. Лучше бы меня не воскресили». «Где мое богатство? Не помогло оно мне. Где моя власть? Где мои друзья? Где последователи? Где армия? Где защитники? Где сила? Где? Не помогло мне мое богатство. Не помогли мне мои деньги. Покинула меня моя власть. Лишился я своей власти. А ты все стоишь, глядя на этого парня, и ты услышишь возглас: «Схватите его и закуйте его в цепи, потом бросьте в ад». Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что когда Аллах прикажет схватить его, 50 тысяч ангелов схватят его. 50 тысяч ангелов. Они схватят его. Человек слаб. Его могут легко схватить два ангела. 50 тысяч ангелов приволокут его в цепи длиной в 70 локтей. 70 локтей — это примерно 50 метров. Пророк, мир ему и благословение, сказал в хадисе: «Если бы эта цепь, просто одно ее звено, упало бы на землю, все люди с джиннами попытались бы поднять его, они бы не смогли этого сделать. Цепь состоит из звеньев, связанных друг с другом. Если бы одно ее звено упало бы на землю, все люди и джинны не смогли бы его поднять. И лишь от одной своей зловонности это звено может уничтожить все живое на земле». Пятьдесят тысяч ангелов. Пятьдесят тысяч ангелов и 50 метров цепи. Схватите его, закуйте и приволоките его. Схватите его, приволоките его, закуйте его. Он будет нанижен на цепь длиной в 70 локтей. Скуйте его руки, ноги, шею. Оберните вокруг его головы и пальцев. Нацепите на него и скуйте его.
а ты все стоишь с дрожью и напуганный. Тебе страшно. Ты поднимаешь свою правую руку. Ты думаешь, если я обманывал в этом мире, то в следующей жизни смогу обмануть. И начинаешь, пытаешься поднять свою руку, пряча при этом свою левую руку за спиной. Ты начинаешь прятать свою левую руку за спиной, поднимать правую. Вот, вот, дайте мне мою книгу деяний в правую руку. Он захочет схватить свою книгу правой рукой, и будет сказано: «Кого ты пытаешься обмануть, мискин?» Спрятав свою левую руку за спиной, и будет опущена его книга деяний у него за спиной, в его левую руку. И он увидит, что книга деяний была вручена ему за спиной, в его левую руку. И он начнет кричать: «Лучше бы мне не вручали моей книги. Не знать бы мне, каков мой счет. Лучше бы она была концом всего».